Здравствуйте! Сегодня буду делать легкий летний салат. Очень полезный. Ингредиентов там очень мало. Это укроп, зеленый лук, листья салата, сладкий перец. Добавлю кунжутное семя черное. Вы просто не представляете, вот эти маленькие семечки, какой придают необычный вкус этому салату. И заправлять я это все буду растительным маслом. Вот я порезала все ингредиенты. Сейчас я все их сброшу в одну миску. Вот я все сбросила в одну тарелку. Сейчас я сверху закину 2 столовые ложки кунжутного семени. Немножечко соли добавлю, черного молотого перца, без него никуда, он дает хороший привкус салату. У меня есть вот такое вот вкусное, интересное растительное масло со вкусом, с ароматом белых грибов. Я добавлю в салат это масло. Такое вот масло. Сейчас все размешаю. Легкий, я бы даже сказала, воздушный салат у нас получился. Кунжутное семя, оно придает изысканность этому салату. А вот это вот масло, интересное такое масло, оно придает аромат белых грибов. Такой незначительный. И это тоже для салата незаменимо. Но, если у вас нет такого масла, вы можете просто любым растительным маслом заправить такой салатик. Салат экономный, по калориям малокалорийный, диетический, очень вкусный. Пробуйте сделать такой салатик. И я надеюсь, вам понравится такой салат и вы будете в будущем его делать.